Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу быстро рассказать и показать о своем уголке отдыха у себя на пасеке. Это ничего необычного, это просто беседка и качеля. Ну, возможно, даже чуть-чуть похвастаться. Друзья, которые были у меня на пасеке, некоторые из них спрашивали, зачем тебе качеля, беседка, как бы, на пасеке? И на что я давал вот как бы такой ответ, что работая на пасеке с утра до вечера, целый сезон с весны до осени, как бы душе и телу нужно отдыхать, нужно организму давать немножко как бы перезагружаться. И вот я решил сделать у себя беседку, где я могу в течение рабочего дня там, или после рабочего дня просто сварить чашечку кофе и насладиться жизнью, сидя в беседке. Это дает организму отдых, это приятно для души, это приятно для глаз и даже приятно людям, которые приезжают ко мне в гости там за матками, например, покупая маток. Я могу их привести, угостить кофе, посидеть с ними в беседке, обсудить некоторые вопросы. Как бы это добавляет какой-то эстетики на пасеке. Это просто отдых. Вот такая у меня беседа. Она как бы обычная, примитивная. Особо как бы ничего нету. Еще, конечно, хотелось бы ее чуть-чуть доделать, там, вскрыть лаком еще. Ну, вот такой столик я сделал. Все как бы в стиле сотов. И вот такая качеля. Иногда я просто беру телефон, сажусь на эту качелю и юзаю интернет. А здесь просто пью кофе сам или с друзьями. Смотрю на моих пчелок. У меня здесь стоят пчелки, нуклеусы, которых сейчас нету. И наблюдаю за их жизнью, работой. При этом даю своему организму как бы отдохнуть. Вот такой коротенький ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Хотя лучше, конечно, лайки. И подписывайтесь, кто еще этого не сделал, на мой канал. Все, всем пока. И хотелось бы сказать жизненную мудрость. Зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать? Так что не волнуйтесь, все будет хорошо. До новых встреч. Пока.